цехах кумадского предприятия разрабатывают и собирают беспилотники, системы видеонаблюдения и аккумуляторы. Начинку делают сами. Все, начиная от создания микросхем, заканчивая сборкой, дело рук наших IT-специалистов. Производственные цеха осмотрел губернатор. Вениамин Кондратьев отметил, изделия компании доказывают свою эффективность. В крае их повсеместно используют для охраны общественного порядка. Аппаратно-программный комплекс «Ураган-Ю», вот так он выглядит, на улично-дорожной сети установлен. В крае у нас порядка 3000 комплексов, 85% наших. Самый опасный вид нарушения – это выезд на встречную полосу движения. Мы существующие комплексы, которые у нас были в крае, перевели на фиксацию выезда на встречную полосу движения. Ваше предприятие, оно и разрабатывает, и уже производит информационно-аналитические системы. Вы сегодня камеры фиксации нарушений на дорогах производите. Это очень важно для жизни в крае, для, конечно, и в стране. Вы комплексы по распознаванию лиц сегодня делаете. Вот он тоже пример. Это все успешно сегодня и продается, и востребовано рынком и региона. Я уверен, рынком и страны. Но я бы хотел, чтобы сегодня мы особо уделили внимание именно беспилотным летательным аппаратам. Потому что сегодня они как никогда нужны. В ноябре прошлого года предприятие начало разработку нескольких моделей беспилотников для нужд спецоперации. Образцы успешно прошли испытания в боевых условиях. Первую партию уже доставили военным. В этом месяце предприятие запустит серийное производство. Помещение под новый цех уже почти готово. Изготавливать здесь планируют столько беспилотных летательных аппаратов, сколько потребуется, уверяет руководитель компании. Конечно, обеспечить нужно наших военнослужащих беспилотниками. И важно это сделать быстро. Самое главное, что здесь должен быть трансформер в том числе, потому что беспилотники, мы с вами обсуждали, нужны разные. И на сегодняшний день, исходя из тех задач, которые стоят перед бойцами, и из завтрашних задач, которые будут стоять перед бойцами. Поэтому, конечно, вы должны очень быстро корректировать в том числе и производство, потому что мы не просто их выпускаем ради того, чтобы выпускать, а для того, чтобы они помогали нашим бойцам. Насколько мы сможем и количественно, и качественно сегодня отвечать тем запросам, которые существуют. Я думаю, мы выполним те задачи, которые возложены на нас, и будем выпускать в необходимом количестве именно те модели беспилотников, которые необходимы на сегодняшний день и, естественно, в последующем для гражданской жизни. Главе региона показали этапы создания беспилотников. Вениамин Кондратьев акцентирует, предприятие выполняет важные стратегические задачи. Не только помогает защищать интересы страны, но также работает на экономику региона. У нас, в принципе, оборудование все уже на складах. Сейчас ждем специальный пол для этого цеха. Вот. И, в принципе, будем запускать. Мы сегодня говорим о создании по-настоящему IT-отрасли экономики нашего края. А в том числе и даже промышленного производства беспилотных летательных аппаратов. И это, поверьте, важно. В целом для экономики нашего края. Это промышленное конвейерное производство беспилотных летательных аппаратов. И сегодня для военных нужд, а завтра, конечно, и для мирных нужд. Агропромышленный комплекс, я уверен, будет ими пользоваться. И в том числе для предупреждения пожаров в лесах и для установки координат на местности. Это тоже очень важно. Да, в целом спектр применения беспилотных летательных аппаратов, он очень огромный. Очень огромные, они востребованы сегодня жизнью. В том числе мы говорим про IT-парк, который вы создаете, по-настоящему большое производство, конвейерное. Краевые власти продолжают поддерживать такие предприятия. Например, Фонд развития промышленности региона выдает льготные займы по ставкам от 1,1 до 4% годовых. Также производителям товаров для нужд СВО доступны кредиты до 30 миллионов под 1% годовых с отсрочкой платежа до года. А теперь на Кубани можно получить грант на разработку опытных образцов продукции электронной промышленности за каждый до 2,5 миллионов рублей. Вениамин Кондратьев уверен, полномасштабное производство квадрокоптеров нужно наладить как можно быстрее. Для этого есть все возможности. Вот видеокамера точно такая, с таким же подвесом. Вот в этом подвесе плата, это нами разработана. Программа обеспечения нами разработана. То есть все вот, это очень важно. Все очень хорошо. Но я хотел бы, чтобы опытные образцы перешли в промышленное производство. Вот все равно есть, но конвейерное производство, то, о чем мы сейчас с вами обсуждали, оно нужно как никогда. Притом нужно было еще вчера, но давайте его сегодня
максимально запустим. Для этого нужна организация, мы организуем. Все, что мы сегодня с вами обсудили, поверьте, это все реализуемо. Это надо просто взять и реализовать. Я думаю, все что сделаем, все для этого у нас есть. Все для этого. Есть в данном случае вот эти вот образцы, пока еще ручной сборки, но вот совсем уже вот, рядом уже их конвейерное промышленное производство. Совместно с научно-производственным предприятием краевые власти построят первый IT-парк на Кубани. Он объединит бизнес-инкубатор и дата-центр IT-проектов, площадку для подготовки молодых специалистов. Открытие планируется в 2025 году.